Евгений Пермяк, «Знакомые следы». Никишин дедушка был садоводом в колхозе, а в свободное время любил на охоту ходить. Хорошим он был охотником, все тайны леса знал. Как-то показывал он своему внуку следы в лесу. Показывал, да приговаривал. Век живи, век учись, и во все вникай. Никакое значение человеку во вред не бывает. А Никиша слушал, да думал про себя. Все старики любят поучать. Но зачем мне звериные следы знать, когда я машинистом стать собираюсь? Электрические поезда водить. О поездах только и думал Никиша. Каждый болтик, каждую мелочь на электрозаводе разглядывал. Ребята тоже бегали вместе с ним на поезда смотреть. Довелось как-то им возвращаться со станции в село прямой дорогой через лес. Ближе и веселее. Хорошо бежится по первому снегу. А на снегу множество всяких следов. Какой чей след, ребята не знают, а бегают по нему. Вдруг да лисицу увидят или какого-нибудь козлика. Зайцам тоже неплохо встретиться. Бегали так они бегали по следам, да и заблудились. Испугались ребята, кто-то даже слезу пустил. Это твоя затея, Никиша. Как мы теперь выберемся, когда все тропинки снегом засыпаны? Молчит Никиша, не оправдывается. Думает, как ребят на дорогу вывести. Кричать стал. Да кто услышит в глухом зимнем безлюдном лесу? И вдруг Никиша увидел знакомые следы. Из всех следов, которые ему дед показывал, он только эти запомнил. «Ура, ребята!» — крикнул Никиша. «Идите за мной!» Долго шли ребята по этим следам и вышли к жилью, к лесниковой сторожке. От сторожки до села наезженная дорога. И ночью не заблудишься. «По каким же таким следам ты нас вывел?» — спрашивают ребята Никишу. «По собачьим!» — ответил он. «Собачьи следы всегда к жилью выводят. Сколько ни бегает собака по лесу, обязательно домой прибежит. Так дедушка меня учил». Домой Никиша пришел усталый, но счастливый. Улучив минутку, он обнял дедушку и принялся что-то шептать на ушко. «Наверное, спасибо», — говорил милому дедушке.